Привет, мои друзья! Сегодня 17-й день реабилитации колена. Начинаем, как обычно, с разминки на велосипеде. 10 минут. Крутим педали. Следим за новостями. Сегодня у нас 17-й день. Скучный день, но очень эффективный. Мы тянем коленный сустав, чтобы убрать компрессию. Объем. Слышали? 1000 повторений. Да. А что делать? Ну, разгибаешь ее. Как обычно? Да, так? Да. Ближе к компенсию. Ох, офигеть. Мышцы горят. Мягко расслабляюсь. 1000 сделал. Осталось немного. Этот изверг заставил 1000 раз делать удары ногами. Мы сделаем. Тысячу раз, Юра, делаем. Я сделал это. Ох, сил нет повернуться. Умница. Все, закончился очередной день нашей реабилитации. Сейчас прогоним лимфу. Застой. Тьфу, блин. Скажи сам. Сейчас лимфодренаж. Размассировали немножко связочки. Все отечность сейчас уйдет. Напрягли ножку очень хорошо. Расслабились. Полежали и готовы к бою. На сколько процентов? На все 100%.